Солнце, море, песчаный пляж и любимый вид спорта. Что еще может быть лучше? Манжурка идеально подходит для игры в пляжный волейбол, поэтому каждый год с открытием летнего сезона спортсмены собираются на побережье, чтобы посоревноваться в мастерстве и хорошо провести время. Приурочили к Дню пограничника. Для Хасанского района этот очень большой праздник. Поэтому я обратился к главе поселения. Максим Николаевич оказал поддержку. Своевременно подготовили пляж, площадки. И сегодня погода нам тоже благоволит. Поиграть в пляжный волейбол собрались 4 команды, среди которых и, так сказать, виновники торжества – пограничники из поселка Пасьет. Скинули положение, у нас есть группа волейбольная. Мы там списываемся, собираемся, играем. Скинули положение, мы решили приехать поиграть. Я волейболом давно занимаюсь, и интересно, хочется, тем более лето, песочек, загар, и хорошее времяпрепровождение. Игра проходила в течение нескольких часов. Спортсмены соревновались по 3 партии до 21 очка. Каждая пара боролась изо всех сил, а близкие друзья поддерживали участников. Вообще атмосфера этого спортивного праздника получилась по-настоящему семейной. Ведь поиграть и поболеть собрались семьи с детьми. В итоге первое место досталось команде РБТ. Это Денис Дудко и Николай Лазарев. Вторыми оказались Владимир Яркович и Александр Пешков, команда «Пограничник». А вот бронза у представителей ДВРСК Александра Храмова и Антона Киченко. Все призеры получили в награду кубки, медали и грамоты. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, Олег Кудинов. Новости Славянки.